сегодня в выпуске. Где ворваться на день студента? Что пропустил на прошлых выходных? Культура 2000-х, голодные дети и возвращение Пасхи. На этот вопрос лучше меня ответить организатор. А вот необходимость ночного мэра в европейском понимании теперь под вопросом. Мясо, мясо, мясо. Нет, это не голодные дети. Возможно, конечно, голодные, но скорее на тусовке. И хоть по словам людей, объединенных андеграундом, вечеринку организовывают малолетки, по сути, их припати на высоком замке собрало не меньше людей, чем Night Ambassadors. Смотрите сами. Ребята не боятся экспериментировать и мешают все стили в один котел. Так а что? Малолетки ведутся, шоу делаются. Так пусть все врываются. Билеты по 150. А вот земляне за пару недель до запуска приземлились в Битбите. Связанный с метро, в нулевых это был чуть ли не единственный техно-танцпол. Там даже Тимати выступал. И билеты были по 150 гривен. Ну, на тот момент это, конечно, было порядка 30 баксов. После взлета был упадок. А теперь это кусок земли, на котором можно делать что-то новое. И все это в руках деятелей культуры, которые не ходят на ивенты чада. Культура – проект интересное название. Но кто знает, что будет дальше? Цена на входе – 200 гривен. Галичани, бережіться, адже в субботу можно потрапити в пастку. Событие обещает быть грандиозным возвращением блудного бизнесмена. Да, это он. И это он. Это Рябинин. А это пастка. Если на последних тусовках зачастую появлялись рагули и малолетки, то раньше на пастке можно было увидеть вполне известных людей. Да и за пультом не последние люди бывали. Столичный Макита, Курила из харьковской культуры звука и Куло, выступавший на московском Boiler Room. Не знаю, что будет в этот раз, но Рябинин хочет возвращаться в строй и настроен серьезно. Черт, даже подкупить меня хотел. Но эти два билетика я отдам вам. А теперь задание. Мораль, текстура, укрытие, культура. Слишком философски? Так придумайте свое односложное название и, возможно, билеты на пастку достанутся именно вам. А если не выкроете, то на входе билет будет стоить 200 гривен. Минутка культуры. Нервы, слэм и депрессия в субботу на фесте. Столичный стоунер в Малевиче. И на закуску. Действительно годный привоз. Скепта на Fest Republic. Точнее, не скепта, а скептикал. Но они же все равно оба из Лондона. Но если откинуть шутки в сторону, то это один из топовых артистов драм-н-бэй сцены. Дерек делает один из самых серьезных привозов за последние полгода. И может под драмчик сложновато танцевать, но музыка будет вкусная. И слушать будет пизда. 200 гривен. Я бы после этого подумала, если честно, идти на тусовку или на такого артиста. Ой, сейчас про день студента надо говорить. Алло? Да я пока не знаю. Адекватный день студента. Пошлый день студента. Сексуальный день студента. День студента для любителей андеграунда. И даже христианский день студента.